Коротыш видео. Так, Mitsubishi Кантер. Кантер, он же Кантер, он же Кантер, или как там, я его не знаю. 1,5 тонны, полный привод. Сейчас покажу тут. Вот он, 1,5 тонны тут спрятаны. Кантер, Мантер, сингл, одиночные колеса. Пробег 130 с чем-то. Вот эти хабы у него. Ручные хабы. Мотор 4М4, 4М40, 4М4. Вот тут у нас электрозеркала, тут вот шайбочки. Этот износились. Дверка стучит. Они медные, блин, неправильно сделали. Они быстро изнашиваются, видать. Надо поменять, заказать. Пробег 132, да? Поменяли свечи накала. Кабина у него откидывается, кстати, да. Это, может быть, покажу, если не лень будет. Тут у него сзади лифт надо поставить. Вот, поменяли свечки накала. Вот номер, если кому надо. Glow Plugs. С Делика, Mitsubishi Делика получается. Тут ты 22, а это 23. Ну, в принципе, одинаково, только кончик у этого поменьше. В общем, там... Сейчас достану. Кончик был кривой. Одна не работала, одна еле-еле работала, а две вроде бы работали, но все равно хреново работали. Сейчас. Пока вытащишь отсюда. Вот она. Видишь, какая. Это вроде ровно, но вот кончик прям у нее на некоторых, на двух был согнутый. На этой тоже вроде бы кривоватый. Ну, плохо, короче, работало. Сейчас заведу, покажу. Как запускается. На холодную, короче, троил, и дым был страшный. Две свечи поменял, думал, те две пробил. Этот свеча накал отработала. Все, заводится по пинка. На холодную, да, чуть-чуть дымит на холодную. Но дым вообще был страшный, как бы. Дым был страшный. Пробил на пробой, одна была пробита свеча, вообще сдохшая, одна свеча была сдохшая, три вроде работали, но одну на ом и пробил, одна тоже что-то вытащила, она вся кривая, короче, в принципе, так скривится и будет мешать выворачиванию. Ну, выворачивал на теплую, чтобы там смазал, шикнул анти, там типа ВДшки, жидкость какой-нибудь, и аккуратненько без усилия вывернул, чтобы не сломалось. Все вывернулись без проблем. Две вроде бы омметра, все не пробитые, но все равно на холодный завел, все равно поддымлил. Ну, уже поменьше. А 4, лучше 4, конечно, все менять, родные. Баксов, наверное, 500 стоит. Дорогие, оригинал 400. Так. Ну, что, Кантер как Кантер на этом. Полный привод, пятиступка. Пробег 135. В общем, хотел по свечкам рассказать. Там ремни, фильтра еще поменяем. Ну, ладно. Так, а где у нее табличка, да? Хотел сфотографировать. Вот разные резины работают. Размер резины, табличку надо поискать. Ну давай кабину откинуть, что ли, покажу. Мотор. Ключи мешать не будет. Вот эта вот лабуда 500 баксов стоит. Вот вся сборы только менять. Она длинная, неудачная конструкция. Ломаю, ее, наверное, сломал. Я в Японии заказал. Вот эта вся вот эта вот облицовка, которая между фарами и вот сверху вот эта вот сплошная идет. Стоит почти 500 баксов. Открываем. Опа, сейчас. Одной рукой не получается. Тут еще под наклон стоит. Как бы... Зафиксировали. Все, вот они. Новые свечки. Жидкость чистая. Масло поменяем. Ну, вот это можно еще поменять, старый. Удобно работать, да? Фильтр старенький. Ремни хорошие. Лобовина снизу сальник, походу, там мокрит.
кто менял, нет, на 4М40 передний сальник. Сложно, не сложно, там интересно. Тут чистенько, новую батарею поставили. Чуть-чуть пониже, чем родная, но пойдет, тут все чистенько. Подлечи. Масло поменяем, и в путь, и фильтра еще топливные масляные. Все, помыть надо, почистить его.